Молотов. Ну что за маркер? Голова закружилась. Что, новый обзор? Так вот сейчас резинкой обмотаем и будем вот так тягать. Будет такой хендмикс от Молотова перманентный. Ну, я думаю, потестим почти все. Он розовый, красный, белый, салатовый, желто-оранжевый, бронзовый. Мне очень интересно, как будет писать. Ну и понятное дело, хром. Есть еще черный. Так что я думаю, обзор получится не коротким, чтобы вставить хотя бы по пару ташков с каждого цвета, придется постараться. На улице дубак, поэтому не так много поверхностей, где можно написать, чтобы они были не замороженными. В общем, ну что, поехали. Че они улетают от меня? Да на, потегай. Что ты сказал? Я скручу макдаку. Привет всем. Кто тегать будет? Новый Молотов. Они уходят, слышь? Походу Молотов для них слишком дорого. Они такие крупные, такие толстые, да? А вот этот, смотри, какой огромный. Его прям захавать хочется, если честно. Утка. Блин, я бы реально утку бы сейчас какую-нибудь сожрал бы. Короче, утки, два варианта на выбор. Либо берем Молотов, тегаем, показываем свой стайл. Либо, блядь, я кину у вас петарду, и вы попадете к Пашку на стол. Слышь, она орет на меня. Эта утка хочет меня. Ладно, раз взрывать не будем, то хотя бы потегаем. Вы это выполнили. Утки, все нормально. Я потегал за вас. Прилетай фоткаться.
Потегай уже, что ты, а?
Вообще на улице потеплело, и может вчера стали лучше писать. Хоть заново обзор снимать. Единственное, что сразу заметно, что надо писать не быстро этими маркерами. У него, в них хорошая краска. Но писать надо помедленнее, чтобы она лучше на стенку ложилась.
тоже популист, смотри, писать не хочет. Ну и что? Может, лучше потагаем, чем жрать. Намазано. Thank you.
Ты не сделаешь ради обзора. Надеюсь, я не провалюсь. Над головой Невский, Аничков мост. Какая-то большая трещина, которая меня пугает. Раз 15-20, и вот такое перо. Потому что я использовал по всяким, ну, железным, крашеным поверхностям. По разным. Поэтому он так у меня убился. В целом, смотрите сами, кому как нравится, не нравится. Маркер вот по размеру удобный, хорошо тегать, удобно в руке держать, тоже удобно. Цветов много, но поверхности нужно подбирать, что там происходит. Значит, наверное, можно не бояться. Но прыгать не буду. Наверное, это, кстати, первый обзор под Невским снят, под Аничковым мостом. Так что так. Короче, смотрите, делайте свои выводы. Тут на велике даже катается по рекам. Видно тебе вообще вот так? Ну что видно, ну, вот здесь? Ну-ка, вот так выпрямь. О, охуенно, вот так вообще видно даже, вот так мои руки. Во, вот так вообще шикарно. Ну и все, вот так. Что, записываешь? Ну, запись лет. Потестил маркера молотов. Было много цветов, но попробовал не все, успел. Но маркер такой, конечно, странноватый. Мягкое перо, немного мягче, чем в каком-нибудь унипейнте. И надо, короче, прописывать его часто краской, чтобы он хорошо писал. Как бы, ну, когда много пропитаешь, хватает не особо надолго. И плюс очень прихотливый в плане мест. Если какое-нибудь пыльное место или грязное, то писать не будет. Нужно подбирать чистенькие места какие-нибудь. Сейчас зима, погода говняная, поэтому, ну, не везде хорошо писала. На каких-нибудь перилах, метро, на стеклах пишет нормально, и цветные, и эти. А так, ну, постарался показать там разными цветами побольше, типа, ташков, чтобы вы сами сделали выводы свои и увидели. Поэтому всем йоу, до следующего обзора. Мой друг сказал мне поменьше говорить слово «как бы», потому что я очень часто его говорю. Поэтому я ни разу не использовал его сегодня, кроме упоминания, то, что сказал мой друг. Можно подрифтить с молотом.
Надеюсь, это будет не последний обзор Векмана. А по полю? О, щит! Тачка справа. Тачка слева. Здесь что-то маловато места. Так, а? Сейчас вот там. Да, капюшон бы одел. Хотя, так лучше, да, будет. Кстати, она уже без капюшона была у меня в кадрах. Так, где бы сделать пятачки? Если бы ты так держал маркер, и я бы крутил пятаки, было бы пиздато, что, ну, понял это. Давай, ну, сделаем. Надо просто место найти, где пошире, блядь, снег. Наверное, все-таки там самое лучшее. Блоки они, сука, понаставили. Специально, блядь, они же понимают, что пятаки крутят, маркер снять. Ты, кстати, сказал слово «как бы» один раз. Да? Вот там, у фейерверков, да. Я вырежу его специально для этого. Да. А вон, смотри, места же много, дальше прямо. Вот здесь, да? Да, я думаю. Ну, не знаю, вот. Какой-то 15%. Вот так, типа? Да. Видно, надеюсь. Да, я, наверное, не знаю. Ты можешь посмотреть, так видно или нет вообще? Ну, ты если с экрана выключишь. Ну, нажми на нее пальцем один раз. На экран? Вот так держи. Вот так? Да, да. И вот маркер ближе сюда. А, вот. Кайф. Капюшон забыл. Ну что за маркер? Голова закружилась. Такая, как paint маркеры, тоже с краской. Вот если хорошо прям пропитывать, вот прям вот что течет, и тегать не торопясь, тогда пишет вообще хорошо. Ну прям плотная краска такая, хорошо ложится. Ну, золото какое-то вот самое неудачное из всех вот этих попавшихся. Не знаю, оно как-то вообще водой какой-то пишет. Но золото во всех маркерах, как бы его нужно всегда хорошо трясти. Заправка золотая, правда, молота вот хорошая, особенно для сквизеров. А так, короче, чтобы золото писало укрывисто, нужно его постоянно вот мешать в краску и хорошо пропитывать. Ну, вот когда вот прям течет, вот прям видно, что ну, золото хорошее такое прямо. И вот если медленно тегать, то тоже, ну, вполне неплохо, даже хорошо.
Но вот когда вот просто полежало, не потрёс, хорошо не пропитал, он сразу начинает писать вот с этим просто растворителем каким-то. Так прикольно, что маркера как не пропитываешь, они все равно вроде не текут, ничего. Ну, молот вообще редко вытекает в каких-нибудь карманах, за что я его люблю. Ну вот, хром тоже, ну, кайфово пишет, не торопясь, на гладеньком, чистеньком, если то ложится вообще идеально. Поэтому маркера работают, тегать можно, но места нужно подбирать, погоду тоже учитывать, что вот какие-то морозы, вот по стеклам даже, ну, казалось бы, по стеклу краска, здесь же просто краска еще, как в пейнте, краска должна по стеклу ложиться всегда идеально, но нет. На некоторых поверхностях она вообще не тегла, мне кажется, из-за мороза, может быть, из-за влажности. Так что думайте до следующего обзора. В общем, пока тестил маркеры на холсте, вот получилась такая мазня. Добавил тег побольше, чтобы получше смотрелось. Если кому-то нужен, пишите в комменты. Отдам без проблем, бесплатно. Единственное, что у комментов, если будет больше, там, чем один, то как-нибудь просто случайно ткну пальцем по России, отправлю бесплатно за свой счет, там, могу стикеров каких-нибудь добавить. Если куда-то за границу, то отправка за ваш счет, извиняйте, дорого. Так что всем йоу, до следующего обзора.